Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы без ника. Давно они мне не попадались. Блин, печаль, что их очень много вариантов. Пока найду тот, который совпадает. Хотя, может, мне и повезло. Может и нет. Что-то я такое уже помню. Ну, блин. Так, кормилок для лошадей тут нету. Здесь взрывы. Тут одна вот есть кормилка, да? Так, дайте-ка я гляну, я, возможно, понял, что это за база. Так, в общем, вот здесь отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмую стенку взрываем. Раз. Тут ломаем стенку первого уровня, ломаем также колья. И здесь ломаем стенку, но уже второго уровня. Да, тут ящик есть как раз. И здесь понадобится еще две сишки. У меня с собой одна, возвращаться особо на базу не хочу за второй, за третий вернее. Поэтому взорву только вот эту стеночку, заберу вот лут, который здесь есть в ящиках, да и свалю. Вот эти ящики, они по большому счету пустые, но... Попробую их открыть и показать, что в них находится. Готово. Вот здесь я взорвал, открыл эти 6 ящиков. Можно еще взорвать вот здесь и пройти дальше, открыть еще 4 или 5 ящиков. Или 6 даже, да, сюда, я не помню. Так, здесь я забираю скар, миниган, ВСС. Плюс сет брони еще есть. Ну, у меня еще нормальный. Его можно просто будет забрать с собой. Умирать я тут не собираюсь. Лута тут не особо-то. Хотя... Ну, мне, блин, сетов так много не надо. Я вот чисто поменяю себе вот так вот. И все, мне все нормально. Так, сюда, здесь еще броня лежит. Ну да, брони тут можно нехило так набраться. И еще броня. Охренеть. Так, здесь аптечки заберу. Бензин заберу. Это меня не интересует. И еще броня, да вы угораете. Сколько ее тут, куда ее солить, что ли? Ну, в принципе, я на базе... Примерно столько же, если не больше. Давайте тогда вот эти ящики открою. Три топора, думаю, мне хватит. Хотя не, ни хрена. Раз, два. Хотя, может, и хватит. А, ящики надбил. Давайте их открывать. Так, вот зачем я туда ломлюсь, непонятно. Так, здесь ничего интересного. Так, опять я не туда иду. Мне нужен громила. Громилка, ну-ка, беги сюда, мой хороший. Вот здесь, кстати, если что, желательно сломать колья, чтобы... Можно было троллить нормально громилу, чтобы он не телепортировался каждый раз. Так, ну тебя можно убить, тебя тоже, если я не успею. Так, да, громилка, сюда иди. Так, сюда могу положить дробаш пока. И смотреть, тут пистолет можно забрать. Лоб заберу. Так, ударька. Тут, кстати, лом тоже можно взять. И сюда. Так, здесь ничего интересного. Вот ящик такой, мусор содержит в основном. Но лом, в принципе, пойдет. Так, здесь еще лом. Сколько лома этого челика? Посмотрите только. И здесь чего? Тоже лом, охренеть. Я что-то даже не задумался, что тут может его быть так много. В принципе, это как бы топчик в каждом ящике. В каждом. А, давайте тогда я вот отсюда заберу вот так. И... Громилка, ну-ка так сюда подбеги куда-нибудь. Вот так вот. И сваливаем отсюда. Тихо. В принципе, рейд неплохой. Опять же, я в байк ничего не складывал. Умирать я не умирал. То есть я забрал по факту то, что увидел, и все. Мне чисто так. Сейчас не особо много времени есть снимать. Поэтому лут вот такой вот с этой базы. Ну, само собой, за две сишки на того явно не стоит. Но опять же, решать только вам. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.